Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Героик. Так, я смотрю, у меня тут сундук скачет. Давай-ка мы посмотрим, что там выпадет. Ну, порадуй. Так, серебряный стрелок. В принципе, больше ничего тут хорошего нету. Только лишь серебряный стрелок. Ну что, друзья мои, наверное, сразу пойдем в поединок, я думаю. Да, давай пока пробежимся. Так, ну что, я взял вот этого вот ледяного, ребят. Не знаю, поможет ли он мне. Будем замораживать противников, которые лезут, как говорится, на рожон. Ну, а я по-прежнему играю за нашего доблестного паладина. Ну, давай. Поиск противника. Где там противники-то все? Так, надо очки снять. Мешают они мне что-то... Ребят, противников я что-то не вижу. Может быть, все спят? Нет, нашли. И это у нас Бит. Ученик. Ну что же, у нее мощей чуть-чуть. Чуть-чуть, ребята, меньше, как мы видим, на 2 единицы. Только... А поединок будет? А, будет. Просто очень долго прогружалась. Так, ну что, ребята, у меня есть мечница. Серебряный лучник готов. Ну, давай Блин. Так-с. Что мне сделать с ним? Хлопнуть его? Хлопнул, блин, называется. Так, слушай, ребята, этот хмырёныш. Смотри, что делает. Ты глянь, что творит. Так, погнали. А чё он сдох-то? А чё он сдох? От чего сдох-то, придурочный? Все, ребят, меня тут разбомбят сейчас. Ты ведь это прекрасно должен понимать. Что у него там? У него сокол. Да. Смотри, что творит. Угу. Не успеет. Не успел, друзья мои. Не успел. Так, ну что, мне надо щади вызывать, скорее всего, потому что ты сам видишь, сколько у меня тут хп. Если я щади не позову, мне будет плохо. Угу. Слушай, по-моему, ребята, мы здесь победим. Да? Я уже думал, что все-таки проиграем. Уж больно он рьяно начал. Особенно через командиршу свою. Но, как видишь, по итогу все-таки мы с тобой держали здесь победу. Это уже прекрасно. Первый блин не комом. Но это еще ни о чем не говорит, друзья мои. Потому что все может поменяться в любую секунду. Так что давай смотреть. Так, Узбекистан. Даже так название придумывать себе. Узбекистан. Хм, ладно. Так что, у нас одинаково, кстати, мощей с ним. А, нет. Нет, у него даже больше, друзья мои, чем у меня. Слушай, ты запарил, а? Так, у него ледяные сосульки. Что не очень меня радует. Ну, он заморозку сделал, ты видишь. Он меня морозит. Опа.
Это кто такой? Это кто такой, друзья мои? Я что-то не понял. Хм, интересно. Слушай, он меня подзаколебывает уже, если честно. Я же траванул же его, блин. Да какого лешего-то происходит, блин? Я же траванул там этого хмыря, блин. Фигею просто, блин, прикинь. Что вот это за хмырь с посохом? Я не могу понять, откуда он взялся. Я такого не видел, блин. Кто это вообще такой, блин? Зашибись. Кто он? У меня, друзья, нет такого чувака с посохом, блин. Причем, блин, мой кинжальчик его накернил, а он не сдох. Просто вызвал своего говнюка этого, блин, вблизи моей базы и выставил всех по-быренькому. Вот и все, друзья мои. А у меня, как всегда, слишком элитная армия была, блин. Ну, я имею в виду по дороговизне. Поэтому я ничего не смог сделать. Ну вот, опять 25, видишь? Ну, давай вот это вот уберем отсюда хотя бы, блин. Вот здесь бы мне, наоборот, ребята, пригодился бы кто? Я думаю, тут и всем и так понятно, кто бы мне здесь пригодился бы. Но его нету. Так, ворону эту надо бомбить, друзья мои. Опа, еще он творит. Ну и куда ты разогналась? А, стерва. Ну что ты там замер-то? Ты будешь вставать сегодня или нет? Так, смотри, что творит, а? Да этот-то что, так и будет стоять, дурака валять, блин? Я не понимаю вот этого, почему... Так, ладно. Ё-моё. Слушай, он сдохнет сегодня или нет, а? Так, мне нужно, ребята, исчадие. Голова, ноги тут еще лезет. Так, он что-то выжидает, ребят. А он так и будет, что ли, на постоянку теперь глючить?
Окей. Так, ладно, давай посмотрим. Вроде, ребята, продвигаемся пока. Потихонечку, потихонечку, но двигаемся. Да, сделали. Слушай, ну эта фея, конечно, она, ребята, надолго останавливает моих воинов. Ну вот, есть огненный, да, бес. Есть ледяной бес, а есть, который в сон вгоняет. Блин, очень долго. Стоит, глючит, даже ничего сделать не может. Я уже думал, что все, хана. Опасный противник. Ну что, двигаемся дальше. Посмотрим, кого нам дадут на этот раз в противники. Так, Шауган. Ну ладно. Блин, маги заморозки, конечно, это... Это бесяво очень. Так, ну что же, здесь, наверное, нам... Ага, ты видишь, да? Но он потратил, по крайней мере, энергию. Наверное, это и хорошо. Я что-то не понял, а как это здесь-то у нас? Ну. Опа. Лучник не успеет. Смотри, что он делает. Он, ребята, дожидается энергии. Блин, тот бомбит. Не по-детски, я тебе скажу. Да как он, блин? Да все, хана тут, ребят, мне. Офигеть, блин. Просто офигеть. Мне такое ощущение, что у него быстрее энергия накопилась, чем у меня. Я имею в виду, вот он лед выпустил. Я специально не стал тратить, выжидал, когда у меня накопится... Ну, когда мне понадобится энергия. Ну и все, и он разбомбил меня, даже несмотря на то, что... Это то, что у меня энергия была своя. Вот так вот. Делай выводы. Ничто не вечно под луной. И непредсказуемо особенно. Ладно. Так. Фроц. Кузнечных дел мастер. Что-то мне этот ледяной не нравится, ребята. Замораживает, да, но не так, как я хотел. Я думал, что он будет дольше, а он... Не знаю. Немножко он меня почему-то расстраивает. Такс. Ну что он тут готовит для меня? Давай попробуем. Будет он использовать сейчас свои эти навыки или нет? Да он быстро, ребята, выходит из себя. Быстро. Ну и как вот это понимать? Смотри, что вытворяет. Сейчас использую, да? Эх, я не успел, ребята. Все, размозжил. Да-да-да. Расхерачил чертям собачьим, не понимая я. Мой бес вообще... Я его убираю, короче, друзья. От него толку ноль, от ледяного беса.
Я не хочу его использовать. Я возьму кого-нибудь другого вместо него. Тут у нас еще сундуков целая куча. Ничего хорошего здесь не выпало. Так, подожди. Давай сразу открывать. Моментально. Ледяной бес. Только ледяной бес, ребят, идет на прокачку, смотрю. Так. Окей. Хоть бы одна легендарочка бы прокачалась. Нет же, друзья мои. Так, первобытный дух, я смотрю, там выпал мне. Сколько еще сундуков-то у меня? 9. Все одно и то же выпадает на прокачку, друзья, абсолютно. Ну, все? Или еще? Еще 4 сундука, ё-моё. Конечно, если бы у меня бы бумеранг, ребята, возвращался бы обратно, точнее, молот, было бы намного интереснее. А так, получается, фигня полная. Ну что, тут у нас выполнено задание какое-то. Так, давай получим награды. Потрати. Так, 100 единиц манны. Все, больше ничего нету. Так, гильдия. Ко мне Дима зашел в гильдию. Так. Что-то мне подсказывает, что ты, наверное, ребят, подписчик. Так, ну что, пойдем тогда, наверное, компанию попробуем пройти. У нас вторая глава, не забывай об этом. И... Да. Так, выбрать лучшие. Угу. Ну что же, погнали. А мне кажется, что, друзья мои, броня и доспехи, вот эти оружия, они действуют только на событиях. В обычной игре, мне кажется, они неэффективны. Ну, может быть, эффективны. Может быть. Так, давай, наверное, отражателя поставим. Так, он опять издевается со своей армией этих дурачков. Так, разрубили, забомбили. Так, давай я, наверное, колос поставлю, пускай он идет. Так, секунду, секунду, секунду. Вот здесь поставим. Вот так вот. Ну, в принципе, все. У противника нету никаких шансов. Сейчас взорвемся. Хана базе. Ну, а что он хотел? Справедливый, правильно, справедливый. Так, давай сундук открывай мне. Что там нам выпадает из него? Пси. Просто доспехи. Так, ладно. Это было у нас... Далеко не последний, да? О, фаланга. Новый уровень, плюс 2. Ну, тут еще прилично. Погнали. Я не могу понять, если у нас лучший плюс 1, а как-то можно их затачивать или еще что-нибудь? Или нельзя? Или они вот так вот будут по стандарту идти? Слушай, он, по-моему, всегда одинаково начинает. Ну, зашибись, ну... Бах! Этих шмяк. Вот он. Давай, выходи. Так, арбалетчица, друзья. Вон она идет. Что нам сделать? По идее, мне нужен вот этот вот парень. И вот так вот он, ребята, делает.
просто разносит. Ну куда ты прешь? Ну куда ты прешь? Я вон там армию, блин, наколупал, блин. Такой демон костяной ползет. Да, все, ребят, победа тут уже за нами. Это явно. Готов. Готов, хлопчик. Кто там? 100 грамм. Кто там, блин? Копье, серп. Так, эссенция и руны заклинаний. Ну, это понятно. Так, сколько нам еще там? Что тут? Да, в принципе, немножко осталось. Немножечко осталось, и мы с тобой будем уже... В первой главе, но уже будет... Точнее, первая часть, глава третья, наверное, так проще объяснить. Ну что, он сейчас опять начнет со своих скелетов? Ой, нет. Фу, ты знаешь, кто это такие? Да, 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 это вот такие вот парни, ребят, которые бомбят. Они разбегаются и наносят хороший урон по базе. Поэтому в интересах наших его, естественно, остановить. Смотри, смотри, что делает. То огонь, то лед. А, это, видимо, это автоматическая, ребят, дорожка. Фига, он двоих сразу выпустил. Иди отсюда. Ну... Давай, давай, давай. Ну, там база осталась-то чуть-чуть. Это, ребята, огненная лужайка, она гуляет. То там, то сям. Все, ему хана сейчас. Это называется, колос дошел до ворот и взорвал все. К чертовой бабушке. Снаряжение найдено. Да это все понятно. Ремешки, да эти, толку-то от них. Я вообще не вижу, у нас их просто тьма тьмущая. Я говорю, если бы они как-то копились и улучшались, тогда да. А то, что мы с тобой их просто собираем там по 200 штук одного уровня, ну это неинтересно. Так, это что такое? Ёк-макарёк, ты видел? Что происходит? Блин, с этой дурой, конечно, надо, ребят, разбираться по-быренькому. Да. Так, Колос, выходи. Будет идти у нас потихоньку Колос. Мне кажется, он сейчас опять скелетов вызовет. Само собой. А если я вот так вот сделаю? Так, и вот так вот. Сейчас взорвется. Они просто не успевают сразить моего Колоса. Но уровень у противника уже, ребята, был 5-й. Да неинтересны мне твои пижамы вот эти все. Неинтересно. Что они мне показывают одну и ту же награду? Так, друзья мои, ну вот, вот. Молот богов. Блин, это вот, наверное, еще надо... Это на 9 уровне, скорее всего, он будет возвращаться. Скорее всего, ребята, на 9 уровне, блин. Это ж сколько мне нужно... Ну а где я его прокачаю? Смотри, смотри, начинается. Так, втроем. Зашибись. Что прикажете делать? Ну ладно, одного так накроем. Второго, например, траванем.
Вот так вот. Хорош. Ну что, колоса вызываем? Пускай он там идет потихонечку. Достал уже вызывать этих. Они 5 уровня. В принципе. Давай так вот. Раз тут арбалетчица идет. Вот так вот сделаем сейчас. Плюх, и все. Я смотрю, сейчас его подколю, друзья мои. Сейчас он будет из арбалета стрелять, а он будет этих вызывать. Прикинь, такая армия. Да все, тут уже. Даже можно не говорить ничего. Он проиграл. Проиграл на сухаря. Он, по-моему, даже мне урона не нанес. Самый ценный приспешник — гадюка. Больше всего нанесло урона эта ведьма. Понятное дело, у нее массовая атака такая, конечно. Так, ну что же, идем дальше. Там, по-моему, 2 уровня осталось, и, друзья мои. И да, и все будет пройдено. Глава вторая. Нет, не глава вторая. Часть вторая, наверное. Часть вторая главы второй. Фига тут. Воу. Потише, пожалуйста. Да блин, опять вы. Справились. Так, я, наверное, лучницу сюда поставлю. Серебряный лучник. Окей. Так, двух аж прям целых вызвал. Ну что, я думаю, наверное, ведьма им будет в самый раз. Уроком, как говорится. Да все, все, все. Пускай даже не вякает ему крышка, ребят. Хотя 20 уровень, блин, я 8. Но есть контакт. Ну что, ребята, разбомбили мы ему базу-то. Так, тематическая награда, все понятно. А тут... все понятно. Ну что, мы закрываем эту часть? Получить. О, да, ребята, 30 жетонов. Глава завершена. И... подожди, он на... Так, стоп. Для открытия необходимо закончить предыдущую главу и получить 650 кубков. Все. Так, ну что, друзья мои, комета, глава третья. Рул стоит перед сыном посреди зеленых полей, крепко держа в руках деревянные мечи. Они скрещивают их в тренировочном бою. Следи за левым флангом. Сразу же после предупреждения Рул атакует сына в незащищенное место. Лучи заходящего солнца освещают двух воинов, лежащих на траве. Мальчик задает вопрос. «Мы ведь победим остальных героев, отец?» Рул треплет сына за волосы. «Это неизбежно, сын мой». Чудом оставшийся в живых Рул приходит в себя, он вытирает грязь с лица и поворачивается в сторону дыма, который клубится где-то вдалеке. Опа, друзья мои, ты посмотри, все-таки есть шмотки. Ого. Трехзвездочная шмотка. Опять мы играем за Рула с тобой. Хм. Ну хорошо, так.
Глава третья. Выживание. Ух ты. Победи все волны врагов. Понял. А если я сделаю вот так? Блин, я не то сделал. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Готовы, хлопцы. Так-с, погнали. А что это сейчас? А, ну, блин, победи все волны врагов. Я думал, тут же нет у него ворот. Мне нужно просто выиграть, победить. Вот оно что. Ну-ка. Видишь, они... как бы помирает возле его базы, короче, так скажем. Там, конечно, прижучат сейчас. Да куда ж ты, гад, прошел-то там, а? Смотри. Не надо этого делать. Все? Победа. В общем, все волны мы с тобой здесь победили. Значит, все-таки есть тут шмотки двухзвездочные и трехзвездочные. Мы с тобой только что видели, что награда здесь будет именно трехзвездочная шмотка. Угу. Так-с. Подожди-ка секундочку, а я посмотрю, у нас... у нас... ну, книг тут, конечно, трындец. Так, я знаешь, что хотел? Я хотел посмотреть вот это вот. Пробуждение Колоса, последний герой, начнется. Так, борьба за флаг. Одиночный рейд на босса. А вот это кто такой? Ох, нифига. Рейд гильдии на босса. Блин, я хочу вот этого в награду себе, ребята. У меня нет его. А что тут за награды? Пробуждение Колоса. А, так пока нету ничего, ребят. Не, ну, блин, вот это кто такой? Понятный. Какой-то чувак с серпами. Так, башня Вознесения. Конец сезона. Получить. Бронзовая лига у меня, друзья мои. Что можно ждать от бронзовой лиги? Только лишь темную охотницу и все. Печаль. На самом-то деле. Новый сезон. Так, я на 33-м месте. Сколько у меня? Доступно 3 очка. Мне нужна вот эта ветка, потому что здесь отражатель и все. А что тут? А почему я не могу? Ну, вознести. Доступны очки вознесения. Ну, почему не возносишься? Не пойму я. Странно как-то. Этих, значит, могу вознести, а вот этого нет. Отраженные атаки наносят полный урон врагу. Полный. То есть, насколько урон идет, столько он, ребята, и отражает. Ну, это круто на самом деле. Что тут у нас... Вален, я могу ему прокачать вот это вот на новый уровень, но 50
и 850. Ну, ладно, давай. Видишь, сколько длится? Так, подожди ты. И вот этот щит, это будет открыт в книге 4. Две 400 надо. А, вот оно что. Усиление. Ну, давай усиливать. Усилил. Столько купишь, блин, в хоп один раз, и все, ребята. И больше у тебя ничего не остается. Так, левел ап. 25200 нужно монет. Прикинь? 25200 монет нужно, чтобы... Да. А за что они продаются? За вот эту вот штуку, да? Самое редкое это красное, да? А самое дешевое это серебряные. А артефактов у меня вообще нету. Я даже пока еще, ребят, не знаю, что такое артефакты. Ну что, давай, наверное, две победы. Блин, я опять спустился, блин. 3500 мне никогда, ребят, не получить, по ходу дела. 3500, я не перейду никогда, блин, на этот долбанный ранг. Ты вроде поднимаешься. Бац, тебе скинули. Потому что если ты доходишь до этого ранга, насколько я помню, ниже тебя спустить не могут. Если ты как бы вот эту черту переходишь. Так, ребят, серийный убийц какой-то кореец, я не знаю. Почему у меня вот такого вот аватара нет? У меня какой-то без короны, без всего, блин. Шалобуда, одним словом. А я что, не убрал, что ли, этого гоблина? Я гоблина не убрал, да? Угу. Можно, кстати, попробовать поиграть не обязательно завалено. Можно взять любого другого. Смотри, у него щит, ребят, какой-то. А что за щит? Что вот, вот этот вот? Он прошел 4-й уровень книги? Получается так, что ли? Сейчас молот выкинет. Что ты говорил? Что он выкинет молот? А вот что вот этот щит означает, я пока не знаю, ребят. На 100%. У него еще, ко всему прочему, есть мимик. Не успел, твою налево, а? Ладно. Отправим скелета. Какой хитрожопый, да? Ну, мы тогда сделаем вот так вот. Интересно, клюнет, нет? Отбойник будет бросать? Тоже не успел парень. Блин, не туда посмотрел, твою налево. Куда ты делаешь? Что ты делаешь-то, Рэй? Ну, ё-моё, ну. Вообще сбрендил уже. Все, хана ему, да, друзья мои. Разбомбил у меня. Он стоит, даже на него внимания никакого не обращал. Стоял, просто сопли жевал. Ну, потому что он сопли жуй. Вот поэтому так все и получилось, друзья. Ну что же, мы идем тогда дальше. Блин. Я получу ранг или нет, а? Дайте мне, пожалуйста, ранг.
Хватит уже дурачка валять. Я хочу получить ранг и успокоиться. Видишь, они как специально не дают мне. Боятся, правильно. Так, опа. Седьмой ранг, друзья мои. Слушай, я же хотел взять другого бойца себе. Угу. Ну давай. У него сокол, да, здесь есть? У него здесь сокол есть. Давай тоже так сделаем. Угу. Усиление, друзья мои, он будет сейчас готовить. Вот эта вот штука, это, наверное, усиление, я так понимаю. Так, он сейчас опять сокола выкинет, ребята. Ну что, у меня только один вариант. В плане. Что там за псих? Орет еще. Угу. Так. Ты посмотри, что утворяет, а? Он меня мелочь вот это, что ли, хочет, не пойму, уничтожить или что? Так, ребят, надо срочно ведьму вызывать. Смотри, 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 что вытворяет, а? Ты гляди, что творит. Я даже не успел. Достал своими вот этими скелетами, всякой херней, блин. Чмошник, а? Ты посмотри, блин, на него. Просто, блин. Он, у него, видишь, ребята, он, у него было усиление юнитов. То есть юниты становились намного сильнее. И не только по атаке, и по хп. Поэтому я не мог их даже пробить некоторыми спецударами. Скелеты, ладно, там они падали. Но ты не забывай, что когда скелеты падали, он прокачивал свою медузу. Здесь ведьма очень хорошо рулила, ребята. Но, видишь, у меня не получалось ей нормально, как бы тебе сказать, руководить, править ей. Она вот как раз вот против этих говнюков и создана. Против скелетов. Потому что у нее массовая атака. Так что... Так что вот так вот.
Ну. Что, прям никто не появился? Так, ладно. Да в плане, блин, ты, как тут тормоз, блин. У некоторых, блин, сразу срабатывает. А здесь нифига, ребят. Иди ты в опу. Запарил уже. Так, давай его на каркалыгу брать. Смотри, что его вытворяет. Так, там нормально все у нас, да, внизу? Все нормально. Но да все, ему хана здесь. Разбомбили. Но что я тебе скажу? Что было легко? Нет, ребят, нелегко. На самом деле все это было. Но я не скажу, что сложно. Так, друзья мои, я заработал сундук. Давай открывать, смотреть, что нам здесь дадут. Так, командир нежити. Командир нежити, друзья мои, получает одну карту. Окей. Так, мы какой-то, по-моему, что-то с тобой выполнили, да? Какое-то из заданий. Выполненное, да. Так, забрать. Руны бездны. 20 штук. 20 штук руны бездны. Ну что, погнали дальше. 3500. Твою налево. 3500, мечта идиота. А вот этот чувак, который притягивает к себе, тоже довольно такой бесевый хмырь. Особенно он очень хорошо эффективен против лучников, ребята. И... те, кто издалека бомбит. Он также может и ведьму к себе притянуть, и она, ребят, не успеет исполнить свое заклинание. Новые рекорды. Так, у нас пустыня опять. Я вот, кстати, знаешь, что заметил? Что практически ни у кого нету, ребят, отражателя. Вот, серьезно говорю. Так, у него сосульки. Интересно, он будет их применять? Нифига ты. Так, ну что, ты видишь, да? Он потратился. Давай так сделаем. Восстанем из пепла. Так, у него 14, тут 15 секунд. Тут тайминги, ребята, нужно еще вот эти вот запоминать. Будешь играть на таймингах, будет тебе счастье. Вот как сейчас, вот что вот он сейчас будет делать. Вот, видишь, он куда метает. Колос, ребята, призвал. Призвал он специально себе сюда еще и колоса, да? Так, это он второго, что ли, позвал? Окей, раз ты так, мы тогда сделаем так же.
Да твои бабочки здесь не помогут. Все, друзья, здесь тоже победа. Шикарно. Тут мы с тобой действительно шикарно сделали. Так, слушай, мы скоро с тобой получим одно очко славы. Звучит, ты послушай, как звучит. Мы с тобой получим одно очко славы. Ой, блин. Одно очко славы получим. Так, ребят, ну что, я думаю, наверное, еще где-то победы две нам нужно сделать. И, в принципе, мы получим новый ранг. Так что давай попробуем. Он хапуга, друзья мои. Он сам в этом сознался, что он хапуга. Я вот этого, наверное, удалю. Пока он не нужен. Опять тебе это... Опять ледяная, а? Ну что ты будешь делать? На тебе, гаденыш. Опа! Так, он, друзья мои, ждет скелетов, насколько я понимаю, да? Мы ее траванули, да, остальные нас не колышет. Так, что у него там? Слушай, бесявый вот этот хмырь. Вот этого вурдалак, блин. Очень бесявый. Ты посмотри, что, а? Творит. Гаденыш, а? Не дает мне, ребята, даже расслабиться. Прикинь. Есть. Разнесли. Фух. Да ладно, чуть-чуть не хватило. Ну, прям вот капельку, ребят, не хватило. Ну, как так-то? Прям, блин, специально, а? 3499. Не 3500, а 3499. Вот, вот нельзя, ребята, один балл мне дать, да? Во всех играх какое-то издевательство надо мной идет. Не везуха и не пруха. Так, ну что, давай. Сэшн. Склеп. Склеп императора. Так, ну что у нас тут? Блин, наверное, вот это тут удалю. Ты смотри-ка. Так, ребят, ну здесь сам видите. Угу.
Будет применять или нет? Слушай, он не стал применять. Ух. Понятное дело, что неприятно это. Фиг ли сделаешь. Так, что у него? У него ледяные осколки, друзья мои, есть. О, даже как. А вот тут у нас получится с тобой отбиться-то? Похоже, не получится. Хотя, почему не получится? Получится. Ох! Ты смотри, кто у него уже, друзья мои. Да блин, ты запарил уже. Ауч. Сейчас осколки, ребята, влупит. Ну траванул же, траванул. Блин, ты заколебал, а? Не успею, наверное, друзья мои, не успею. Все, это крах. Мне надо было вот сюда вот ставить. Нахрен я сюда-то поставил, когда он издалека может бомбить. Это ладно, фиг с ним. Но какого хрена у него чудовище такое живучее, блин? Мое разбирается с путыка, а у него живучее, блин. Вот опять же, один балл, ребята, не хватало мне до нового ранга. И иди, как говорится, обратно, блин. В днище в свое, блин. Это опять как минимум две победы нужно. Как минимум, ребята. Что за непруха, блин. Ну давай смотреть. Угу. Так, у него что? У него усиление, ребята. У него усиление. Угу. Опа. Так, ну что он будет делать? Я уже, в принципе, догадываюсь. Куда ты воткнул, придурок ты? Ну, Рей, ну... Даже не успел ничего сделать, прикинь. Да. Я офигею. Ну куда ты опять-то его, блин, поставил-то? Ну твою налево, блин. Ну, Рей, ну ядрен, матрен. Ну все, сейчас распишут, ребят.
Смотри, смотри, что вытворяет. Смотри, что вытворяет, ребят. Пипец. Все, хана мне. Короче, он вот эту вот швабру, ребята, вызывает. И вызывает кучу мелких. За счет мелких он прокачивается. А я вместо того, чтобы смотреть на эту тварь, я смотрю на мелких, блин. Начинаю паниковать, блин, понимаешь? Вот здесь вот ведьма вообще, ребята, не в тему, если честно. Она убивает и мелких, она прокачивает эту медузу, блин. На эту медузу надо, по идее, ставить кого? На эту медузу надо ставить ассасина. Ну, если бы ассасин... Блин, я же этого дурачка хотел убрать, блин. И у него вся, ребята, команда заточена именно под... Ну, и чё? Так, заморозим пока этого говнюка. Пускай он там стоит замороженным. Урона вообще не нанес. Ладно, пойдем пока так. Отлично. Отлично. Расколбасил, гаденыши. Фух. Что-то мы с тобой туда-сюда, туда-сюда. Как эти, как уже на сковородке прыгаем. Очки славы получил. О, как. Ну что вам стоит, а? Ну что вам стоит дать мне победушку? Не, ну тут уже, наверное, ребята, две победы надо. Потому что мы три слили. Так, стоп. Я же хотел сменить. Я хотел, друзья мои, сменить. Слушай, я вот не помню. Терен Ри вообще, ребята, у нас... Давай попробуем сыграть с тобой магичкой льда. Я просто помню, ребята, раньше... Ух, я за нее... рулил. Я не знаю, почему у меня вдруг паладин стал, но я раньше за нее такого дрозда давал вражинам. Правда, я не помню, что я там взял-то. Так, сосульки ледяные и... Фриппи. Сосульки ледяные и что у меня? Это что такое? По-моему, ребята, это заморозка. По-моему, это, ребятушки, заморозка. Обменялись, грубо говоря, да? Так, ну что, мне надо будет колос отравить.
Ну а как иначе-то? Он ждет своего этого сокола. Он ждет, друзья мои, своего соколенка. Ага. Ха-ха. Ты смотри, что. Нет, 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 так дело не пойдет. Так дело не пойдет, еще раз говорю. Так, ребят, давайте заряжаем. Заряжаем. Только ведьму выстрел. И все, друзья мои, победа. Так, давай посмотрим, перейдем мы с тобой или не перейдем. Ну. Да неужели, друзья мои? 3501. Сундук борца. А я что, этот сундук уже получал, что ли? Блин, фигово, ребят. Очень фигово. Так, задание выполнено. Получить. Так, золотой пропуск. Ну, 1500 самоцветов, ребят. Ну, ну сам понимаешь, ну. Самоцветы на дороге не валяются, они очень ценные. Через... Начнется через 32 часа событие это. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня мы, пожалуй, и закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.